Хей-хей, здорово, народ, какие дела? С вами Серега Хелье, вы смотрите канал Хелплей. Надеюсь, у вас отличное расположение духа и прекрасное настроение, ведь мы с вами сегодня продолжаем наше неоновое рубилово в игре под названием Катана Зеро. Предыдущая серия была сложновато, уровни становятся все сложнее и сложнее, а еще мы получили первую концовку, одну из самых явных, это где мы выбрали с вами умереть, чтобы не вредить другим. Ну, а игра для нас продолжается, так как мы потом дошли до этого момента заново, и выбрали совсем другой диалог. В общем-то, за вас, бро, чаёк, не хворайте, не болейте. И спасибо большое за ваши лайки и комментарии. Бро, чаёк. Ну и давайте посмотрим, что же это за кассета такая. Вы слышали, кстати? Говорят, один зэк завтра свидетелем выступит. Да, там что-то про заговоры, хунту, такое, да? Вроде как дело-то серьезное. Может, надо удвоить патрулирование? Да ладно, что может пойти не так? Опа! Сдавайся! Так, и мы внезапно стали играть за него! Посмотри, что он умеет! Мы зажимаем клавишу и... Вау! Он... Пипец, он намного сильнее и удобнее, чем, ну, тот змей, да? Охренеть! Просто офигеть! За него так круто играть! Ну-ка, он может пройти эту штуку? Понятно, нет. Надо подойти, вернее. Ой! Он может, надо просто подойти. Вот так вот, да. Ждем. Хорош. Заходим сюда. О, там же, там чувак. Там надо как-то аккуратнее пройти. Есть. Очень прикольно сделан геймплей за него. Прям офигенно. Так, хорош. Так, здесь убьем его сразу. Тихо! Ах, там был чувак. Неудачно вышло. Стоп. Ухо! Тихо, еще один! Фух! Так, там никого? Так вот. Так, теперь сюда. Ой-ой-ой-ой-ой! Фух! Фух-фух-фух! Снизу пришли! Так, спрыгиваем вниз. И вот так. Все замечательно. Отлично. Просто отлично. Разом троих. Спокойно вырубаем этого. Вырубаем этого. Опа! Тихо-тихо! Ёкарный бабай, тут видите, оказывается, пространство, в котором они могут нас ударить. Тихо, о, отлично. Сюда перешел, надо все контролировать, блин. Нет, ух. Нормаз, нормаз. Так, там получается. Этот спустился отсюда, да? Угу. То есть мы можем вот сюда подняться. Убить этого. Нет. Тихо. О, это пипец было сейчас на грани. Все, размочили всех. Фух, просто было на грани. Чуть не застрелили нас чисто по рандому. Вот как произошло убийство того чувака в тюрьме. Мы теперь с вами узнали. Кто ты? Имена живо. Что? Я тут с 7-й год чалюсь, я не знаю уже никого, не надо. Мне нужны имена, ну живо рассказывай. Джош Роуз. Убили на этой неделе. Мертв. Омар Аль-Хасим. Аль-Хасим. Это он все заново начал. Как он связан с русскими и с мадам ниндзя?
Я не знаю, о чем ты. Я даже не в курсе, что кто-то пытается Хронос вернуть. Я только с адвокатом говорил за эти 7 лет. Но это точно не правительство, и я полагаю, что мало у кого хватит денег на производство Хроноса. Аль-Хасим точно знает, тебе он нужен, и еще Леон фон Альвенслебен, он создал Хронос, он обо всем в курсе. Это я и хотел узнать. Только не убивай! Аль-Хасим умрет, Леон умрет, и ты тоже умрешь. Осталось 2 дня. Так, и мы снова идем на прием. Звонок. Леон фон Альвенслебен, 3-й район. Обработка мясной продукции. Кто это? Ты получишь ответы на свои вопросы. Понятно, мы решили не идти на прием. Так, нам все-таки придется пробираться через все это дело, да? Ясно. Блин, после той офигительной способности уже как-то не хочется играть за этого персонажа. Ага, понятно. Ну да, щит, естественно, спасет этого говна. С чего это я решил, что нет? Вот так вот. Как-то поздно он нас заметил очень. Так, тут на что? Ага. Так, понятно. Давненько у меня не было гостей, о, как интригующе. Когда-то это здесь располагалась тестовая площадка для проекта 0. Лучшие ученые и солдаты новой Мекки проходили мои испытания, чтобы доказать себя. Ого! Посмотрим, сможешь ли ты пройти их. Понятно. Занятно, продолжай. Хорошо, нифига себе, прикольно. Так, кто у нас там? С пушкой, да? Ого, он будет постоянно, что ли, нас теперь под это? Подгонять? А, там был чувак, которого не задело этой штукой. Коктейлем Молотова. Так, там чувак. Нет, хорош. Блин, насколько же становится сложнее? Пипец, нас в конце явно ожидает босс. Этот чувак, опа. Тихо. Так, как бы нам с ним разобраться-то? Давай! Есть! Фух! Да бля, этот чувак меня убил, обыкновенный посос. Хорош. Взорвали на расстоянии, появилась такая удаленная мина. Ой. Туда. Зато мы их сбайтили. А, нет, они не спустились вниз. Тихо! Бля! Хорош, все, всех взорвали. Дымка их сагрили и взорвали. Блин, ребят. Это чистый Хотлайн Майами уже пошел. Если сначала еще было как-то легко относительно, да, то теперь уже все. Теперь уже ни хрена не легко. Так, разобрали этих. Давайте сюда пойдем. Разберем этого. Так, наверху еще чуваки. Бля, действовать нужно очень аккуратно.
Хорош. Так, мы что-то подобрали, да? Уходим от этого хрени. Нет! 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 О, боже! Так, что я кинул? Я ж хотел это взять. Боже, боже, боже. Какой трэш. Нет! Нет! О! Так, взять это. А, все, можно идти. Фу! Ну и драйв, ну и драйв, ну и драйв. Просто все на очке проходишь диком. Так, толкнуть его просто, да, падает тело. Ясно, немножко неправильно сделал. Так. Так, теперь внизу или вверху? Наверное, сначала надо внизу разобраться. Ждем, когда подойдут. Хорош. Что это такое? А, понятно. А, это туда-сюда хуя. Все, я понял. Ну давай. Она будет бить или нет? А, то есть пока мы это не включим, а бить не будет. Так. Теперь обратно их. Все, я понял, вот так надо фигарить. Какие они тупые. И чего-то они стояли, бля. Вот, конечно, с точки зрения логики, они странно себя ведут, да? Давай, 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 давай. Продолжай идти так. Хорош. Все. Сколько интересных этапов у этого уровня. Ой, тихо. Немножко неправильно сделал. Так, ах, не смог. Так. Хорошо, уже лучше. Так, тут чувак один. Сейчас подождем его. Не-не-не-не-не-не. Фух, блядь. Так, тут один. Блядь, вот это вот жесткое говно. Все, разобрались. Фух. Че, потеете чатик со мной или нет? А это похоже на битву с боссом. А, нет, еще одно испытание. Это похоже на еще одно испытание. Мы переходим к заключительной части теста 0. Она известна тем, что почти никто ее не прошел. Так, хорошо. Наблюдать за тобой было весьма любопытно. Удачи. Так, что? А, опять эти штуки? Ёб твою мать, и как нам понимать, что... Ага, вот в чем, я понял. А, зеленый это наоборот сейф-зона. Так, ясно. Ебать, что так сложно-то? Все? Ого! Фух!
А, еще раз стрельнул в меня! Так. Так. Хорош. Все? О, ёб твою мать! Да сколько можно? Ёбаный хуй, ну! Ебать! Так, ага, начали с этого. Понятно. Можно-то, ёб твою мать. Тест пройден, ты выжила. Шанс выживания альфа 0, 7%. Шанс выживания бета 0, что-то там 27. Шанс выживания гамма 0, 100%. Мои поздравления, юный гений. Понятно, мне чем-то Орочимару напоминает из Наруто. Не спрашивайте почему. Так, боже мой, да твою ты нахер, а? Похоже на самое начало. Ты, гамма ноль, с самого детства тебе давали Хронос и готовили тебя к... И... Ты был богом войны, повелителем времени и мастером меча, ты должен был выиграть нам войну. Однако же, Хронос и проект ноль не оправдали себя, придется начать с самого начала. Само твое существование — ошибка, недоработка, ты не получишь Хронос. Для тебя здесь ничего нет. Прочь, у меня много дел, мне не до тебя. Прощай. Что, серьезно? А, понятно. Вот, на кос как работает. Мое терпение понемногу заканчивается. Моя работа слишком важна, мне нельзя мешать. Следующий твой шаг привлечет за собой мучительную гибель. Что ж, у нас как бы и нет выбора. Включить машину? Нет. Открыть криостат? Да. Понятно. Где тебя черти носят? Почему не пришел? Ты вчера вырезал целый отряд спецназа. Ты вообще не понимаешь, какую беду ты на нас навлек? Какого хрена ты делаешь? Привет! С возвращением! Я тут кое-что клевое нашла, хочешь глянуть? Что именно? Если я скажу, то сюрприза не получится. Пойдем, пойдем, пойдем! Оно наверху! О, да, круто. Он будто бы бесконечный. Интересно, что там с горами? Отсюда совсем не видно ни грязи, ни мусора, только огни. Красиво. Когда-нибудь я узнаю весь этот город. Нет. А? Мы уедем туда, где лучше, далеко-далеко. Во второй район? Еще дальше.
Ну ладно. О, а это что? С войны осталась медаль. Ого! Ого, так ты воевал, значит ты герой! Только почисти медальку, ладно? Грязная как черт! 7 лет ее ношу, не снимая, чтобы помнить, что однажды я сделал что-то хорошее, и не важно, что я делаю сейчас. А? Ты зачем ее выкинул? Теперь я и без нее не забуду. А? Может, еще чуть-чуть посидим? Давай. Я уже засыпаю, но... Я не хочу, чтобы опять пришли люди в масках. Я не отдам тебя людям в масках. Обещаешь? Ладно. Страшный суд. Эй! Ну же, вставай! А? А, это она. Тебе что, кошмар приснился? Вставай, Соня! Смотри, я тебе завтрак сделала! Из чего? Да, из того, что... Из того, из сего. У тебя тут особо не разгуляешься. В общем, я нашла рыбьи головы, протеиновую пасту, убухнула все это дело в кастрюле и сварила супец, угощайся. Что-то я не голодный. Да ладно, не ной, попробуй. Что-то я не голодный. Да ладно, это же секретная рецептура, тебе понравится. Что-то я не голодный. Время не тянем, скорее пробуем. Я для кого все утро над плитой корячилась? Что-то я не голодный. Здоровый мужик, а супца хлебнуть страшно, пробуй уже. Что-то я не голодный. Да ладно, не ной, пробуй уже. Да не голодный я. Да ладно, это же секретная рецептура, тебе понравится. Что-то я не голодный. Время не тянем, А, да ладно. Ну попробуем, у нас нет выбора. Ну, как супчик? Вкус... изысканный. Серьезно? Понравился? Блин, я так рада! А я попробовала и решила, что он гадкий, чуть не стошнило. Тут еще такое дело. Давай я тебе одолжу бегемота, раз у тебя своего нет. Мне он все равно не нужен, ты же рядом. Если вдруг загрустишь, то просто обними бегемота и все пройдет. Ты только его не обижай, он мой самый лучший друг. И это только на время. Я не буду его обижать. Ну еще бы, он же мой лучший друг. Ну, ты тоже прикольный такой динозавр. Так что, амеба велела делиться. Чего, амеба или что? Да, я знаю, что тебе идти надо. Увидимся. Прошу, проходи, располагайся. Живой, значит. А я уже было подумал. Впрочем, неважно, ты стал абсолютно неуправляем. Ты не смог убить цель, вырезал отряд спецназа. Проигнорировал приказ. Я даже не ожидал, что ты вернешься. Ах ты, тупая сука. Это последний шанс. Малейшее нарушение протокола повлечет за собой немедленное расторжение нашего соглашения. Ты физически не способен понять, насколько наша работа важна. Я был из нуля. Я... Откуда ты знаешь? Убил отца Хроноса. Но как? Ты не должен был об этом узнать. Расскажи мне правду, сейчас же. Хорошо. Да, разумеется, но... Кто рассказал тебе о Леоне? Здесь я задаю вопросы. Вот как. Что ж... Надо полагать, у тебя есть вопросы. Что такое нуль?
Сверхсекретный отряд, созданный во время войны. Новая Мекка создала идеальных солдат при помощи экспериментальных наркотиков, таких как Хронос. Ты был одним из них. У нас нет записи о твоей жизни до прихода в нуль. Скорее всего, ты влачил ничем не примечательное существование. Нуль заинтересовался тобой из-за твоей агрессивности и психопатических тенденций. Еще ребенком тебя определили в проект Гамма, элитнейшее крыло отряда Нуль. Для того, чтобы усилить твои природные способности и сделать тебя суперсолдатом, тебе давали Хронос. Больше мне ничего не известно. Что стало с Нуль? Нуль занимался очень специфическими, можно даже сказать, сомнительными с морально-этической точки зрения военными операциями, но у Хроноса проявлялись непредвиденные побочные эффекты. После окончания войны мы свернули производство Хроноса, и почти весь Нуль умер от синдрома отмены. Все мои жертвы были связаны с Хроносом. Его создатели должны замолчать навсегда. Хронос никогда не должен вернуться из небытия. А потом вы убьете и меня. Нет, ты был очень послушным. Начальство очень тобой довольно. Плевать тебе на меня. В самом деле... Ряд происшествий во время недавних заданий несколько подпортил наши отношения. Но ранее ты был вполне надежным сотрудником, и я искренне желаю тебе всего наилучшего. Мне очень жаль, что ты этого не видишь. Ты лжешь, я расходник, такой же, как и мои жертвы. Я никак не могу повлиять на то, что на то, убьют тебя в заключительной фазе операции или нет. Но, честно говоря, по твоей милости, я начал сидеть значительно раньше, чем хотелось бы. Остановимся на этом, а теперь пора делать укол. Как же какой же охренительный сюжет? Можешь быть свободен. Даже не суйся сюда! Что ж, вперед! Вот-вот у нас финал будет. Возраст неизвестен, рост тоже, цвет глаз тоже, тип психики неизвестен. Бункер уничтожит все секретные данные, размещенные в тайной комнате в бункере Аль-Хасима, также известном как Центр синергетических исследований. Ожидайте серьезного сопротивления, выживших остаться не должно. То есть это последняя миссия, которая будет лютой жопой. Добро пожаловать в Центр синергетических исследований. Чем я могу? Я вас помню, вы косплеер. Я что-то прогуглила аниме, про которое вы рассказывали, но так и не нашла. Так это Underground. Про него знают только самые прожженные атаку. Может, как-нибудь вместе посмотрим? Я люблю аниме. 3D-тян не нужны. Да, можно будет. Серьезно? Я только за... Сердечко, сердечко, сердечко. Проходите, пожалуйста, и... приходите еще, вы же знаете, где я работаю. Пока, во всяком случае. Может, загляну. О, склеил тяночку, пока играла. До свидания, я резать всех твоих коллег, чертовой матери. Ну чё, поехали. Бункер. На самом деле сюда бы что-нибудь подрайвовее из музона. Здорово, братан, не спи. Мы будем опускаться так по комнатам, да? Мне это нравится. Ого, нет, теперь мне это не очень нравится. Хорош. Закидали их. Дальше. Ну что ж, пока серьезное сопротивление такое, ну, средненькое, средненькое. Ага, понятно. Так, а эти будут до конца доходить, да? Ясно. Хорош. Разобрались с ней.
Фух! Да, такие комнатки неприятные. Ничего не скажешь. Еп! Здорово, просто охренеть. Ебать, просто жопа. Ладно, я их раскидал. С каждым новым этажом все хуже и хуже. Забираем. Так. О, там еще один был в углу, ёб твою мать. Так, закидываем сюда. И вот так вот. Еще одна комната преодолена. Катимся дальше. О, ебать! Бля, я его зарезал. Теперь такие уже управляемые, да? Сколько всего нового? Да твою нахера! Так нормально, с ними разобрались. Так, внизу, чувак. Здесь тоже минус. Потихонечку. Так, там двое. А, и здесь еще, да, двое? Ща. Так. Ну и все. С дымочкой так изи. Угу, тут уже ни хрена нет, смотрите. Эти капсулы. Пробирки. Ага, здесь уже есть. Так, ладно, попытка была неплохая. Так, дождемся, когда он придет. Найс. Ой, я выкинул бутылку. Так, подбираем это, ага. Так, там надо разобраться с турелью. Так, ждем, пока этот парень подойдет к нам. Выламываем дверь, пропускаем этого. И вот так вот. А этого просто режем. Так, теперь там турель, да? Это проблема. Стоп. Уходим. Нормально. Вот так. Фух. Сбайтили их топориком. Так, интересно, сейчас отберут лампу, когда мы спустимся на один этаж ниже. Да, отобрали. А, ну конечно, сразу. Так, нормас. Забираем это. Так, тут турель. Блять, там вообще турели. Вырубим так. Вообще нам поверху типа надо пройти, как я понимаю. Да, нас вообще замечает сразу. Хорош. При этом я оставил взрывчатку. Взорвали этих. Ого, там снизу еще прибежал. Блять, это на самом деле лучше ты даже и не стало. Все! Фух!
Вот так вот разобрали их. Как всегда, не по плану. Опа! Ебать! Видели, что там было? Там чувак со взрывчаткой поднимался. Прячься! Нуль! А, мы выжили, все нормально, да? Узри, комедия! Отважный вой открыл глаза от спячки ядовитой. Хе-хе-хе, становится занятно, а? Над первым актом занавес опустился уж опустится уж скоро. Хе-хе-хе, а жду не дождусь. Да твою мать, еще дальше? Сколько же здесь, блядь, уровней? Вернее, этапов этих уровней. Так, там еще один мудила. Так, еще один там. Берем дымку. Здесь она не понадобится. Вот здесь понадобится. Так. И первый. Мы типа выйти уже можем, да? Какая жопа. Опа! Пистолет? А! То пистолет, который я кинул, я не знаю, как из него стрелять. Постойте. Это просто шутка, что ли? Ну-ка, подождите, сейчас. Попробуем сейчас стрелять. Не, нельзя. Это просто так, поставим пистолет, который мы кидаем, на самом деле. Так. Собрались. Так, там никого нет. Блять. Ладно, сбайтили их. Будем считать, что так и планировали. Угу. Так, коктейль Молотова. У нас обычная бутылка есть. А, там турель, ёб твою мать, не увидел турель в текстурах. Так, катимся дальше. Так, тут турель. Турель я бы, конечно, снизу, наверное, фигарил. Хорош. А, ее даже трогать не надо. Да, ее уничтожать, как и дронов, не обязательно. Так, все нормально, да? Так, там дверь есть, да? Сейчас этого снизу убьем. Взрывчатка. До свидания. Так, заберем отсюда голову. Так, тут у нас два человека в комнате, да? Там один. А, могли внизу пройти, понятно, просто. Это такой длинный уровень. Так, здесь два чувака с этими. Это мы разберемся. Так, теперь. Хорошо, с этими тоже разобрались. Так, нам нужен коктейль Молотова, а у нас нет. А, вот он внизу, чтобы взорвать эту хрень всю.
Поэтому мы, наверное, пойдем вот так. Блять, там еще дверь, оказывается. Забираем коктейль. Бахаем сюда. И убиваем его. О! Вот это планировочка! О, ты здесь. Я очень надеялась, что мы закончим наш танец. Будет весело. Ясно, да, замечательно просто, блядь. Ясно. Ох, блядь, да ну нахер, а! Понятно. Да ладно! Так, два. Нет! Есть! Третий раз. Ого! Ух! Ты... Ты Гамма, да? Как 15-й. Так ты тоже из нуль. Я думала, из нуль остались только мы с 15-м. Аль-Хасим заказывал мне людей и расплачивался Хроносом. Ты за ним пришел, да? За Хроносом? Здесь его нет. Не знаю, где Аль-Хасим его хранил, но явно не здесь. Его в принципе почти не осталось. На нас обоих точно не хватит. Я не разговариваю. Так, я здесь не ради Хроноса. Что? Но тогда зачем? Здесь нет ничего интересного. Ничего! Столько крови, столько боли, и все зря. Разве что... Тебе нравится, да? Убивать. Бессмертие, которое подарил нам Хронос, власть над временем, смерть перестала трогать нас, потому что после нее мы всегда возвращаемся. Мы можем прикоснуться к настоящей жизни лишь тогда, когда лишаем ее кого-то. Этот бой может продолжаться вечно, кто-то должен сдаться. Наша битва происходит у нас в головах, и разум сражается с разумом. Каждый раз, когда ты убиваешь меня, я немного лучше понимаю, как убить тебя. После твоей смерти я убью тех, кто превратил нас в... это. Клянусь, твоя гибель не будет напрасна, они будут умолять меня добить их. Нам не обязательно драться, мы можем убить их вместе. Нам не хватит Хроноса, блять. Мы не сможем работать вместе, даже если захотим. Я не хочу, чтобы это вот так закончилось, но разве у нас есть выбор? Возможно, в твоей крови еще достаточно Хроноса, возможно, меня отпустит. Твою мать. Ебать, ни хрена! Да ебать, ни хрена тут босс! Ну же, сдавайся, мы можем сражаться вечно. Блять. Ого, тут взрыв произошел. А, ни хрена себе, теперь такая атака. Да ёб твою мать, не туда уклоняюсь. Убей! Убей тех, кто превратил нас в это. Отомсти за меня. Пипец. Я взял ее голову. Открыть дверь? Да. А, да, вот для чего.
Убей ребенка, и нет другого выбора. Я подожду, когда вот эта хрень пройдет, а не хочу убирать это. Все равно выбралась, понятно. Убей ребенка. Да я же говорю, бля, мы бы победили, если бы не эти хиппи слоебучие с первого. Обнылись, нахуй детишек убиваем. Ты куда? Смерть цели не подтверждена. Какого хера ты делаешь? Ты вообще понимаешь, что ты наделал? Я весь день до дочери дозвониться не могу. Телефон мне больше не понадобится. Я все им объясню. Меня никто не тронет, я ни в чем не виноват. Ты мне солгал. Нет, все, мне пора, надо уходить. У меня мало времени, мне нужно идти. Ты знал, что это не просто сны. Что? Ты что, блядь, несешь? Хоть медаль моя настоящая. Пошел нахуй отсюда, ебучий, поехавший торчок! Ты что делаешь? У тебя ломка, не подходи! Я столько для тебя... Остановись, так нельзя, придурок! Я дам тебе много Хроноса, сколько захочешь, только отпусти меня, умоляю! Человеческий мусор! Так и надо было с этим уёбком. Две дозы? Три дозы? Охренеть. Обыскать тело? Да. Вы подобрали правительственную ключ-карту. Обыскать портфель? Да. Доставка Хроноса 3.30 каждую среду. Звони 286 раз. Лаборатория по разработке спецвооружения. Здесь и досье есть. Возраст 22. Рост 177 сантиметров. Цвет глаз карий, номер 0. 0. После Объект 0. Сотрудник 0. Крыло Гамма. Опытный правительственный агент. Возможен наем третьими лицами. Ликвидировать случаи проявления сомнений в деятельности организации или обнаружения данных о Хроносе. Понятно. Вернуться домой? Да. И кто мне за квартиру заплатит? Позвольте спросить, неужто нельзя зайти? Мэм, здесь было совершено преступление. Убили ее, что ли? А это кто? Жилец из квартиры со сломанной дверью. Что случилось? Незаконное проникновение случилось. Жильца вон убили. Наркошу, который с вами рядом жил, к вам тоже залезли. Да, вы проходите. А, да вы проходите, понятно. Жизнь за жизнь. Я вычту стоимость дверей из залога. Вы не видели маленькую девочку? Девочка?
Да не живет здесь никаких детей, в моем здании точно, да и вообще в третьем. Рэнди, проверь-ка квартиру этого гражданина на предмет странности, и что за девочка, уважаемый? Маленькая девочка жила с ним. Дочь? Сюда нельзя с детьми, я всех жильцов предупреждаю, а этот вообще, боболем жил. Дети в третьем районе, уж конечно. Не было у него детей, обычный наркоман-холостяк банчил себе потихоньку. Гражданин, пройдемте, пожалуйста, у нас есть вопросы. Где вы ее прячете, а ну? Встаньте на колени и держите руки так, чтобы я их видел, живо! Сдавайтесь, и никто не пострадает! Центральная, это Хабас, код 452, дом 298, мужчина среднего телосложения, одет в халат, при себе самурайский меч. Рэнди, он под ориентировку подходит. Неужто он? 7 лет назад. Прячься скорее, ну или уже... Говорит ноль, цель нейтрализована. Принято, ноль. 15-й. Приказываю возвращаться. Если кто-нибудь вас заметит, действуйте по протоколу. Ебать, да. Охуенно. Катана Зеро. Что ж, ребята, вот и финал. Замечательная игра, боже. В меру сложная. С прекрасным музыкальным сопровождением. Замечательным графическим исполнением. И отличным сюжетом. Играть было приятно от самого начала до самого конца. Было интересно следить за диалогами, читать все, смотреть все, наблюдать за развитием сюжета. И, блин, это просто офигеть. Смотрите, еще что-то. Ви мертв. Выживший из нуль, сэр. Гамма 15. Принято. Тогда, я полагаю, пришла пора перейти к открытой конфронтации с правительством. Просто офигительно. Видимо, сейчас в процессе титров мы будем еще... Ну, что-то видеть. Боже, как же круто. Ребята, пишите ваше мнение... А этой замечательной игре. Я рад, кстати говоря, что мы увидели две концовки. То есть, где мы выбрали смерть и где ее не выбирали. Посмотрите, кто в соседней комнате, да? Камео были, Duck Game, кстати говоря, да. Лопатный рыцарь. Продолжение следует. Будем с нетерпением ждать продолжение этой замечательной игры. Ты только глянь, как она дергается, трагедия! И сколько бесцельна, друг, комедия. О горе ей, ей уготована мучительная смерть. Только давай позабавимся.
Открыта правительственная лаборатория. Открыта правительственная лаборатория? Что это значит? Что значит открыта правительственная лаборатория? Правительственная лаборатория! Смотрите! Ну-ка! Так, здесь несколько дверей с разными ну-ка, вот меч, например. Взять прототип Клеймора. Огромный меч, отражающий все летящие в вас пули и пробивающий любую защиту. Да. Ух ты! А, это мы не можем взять. Закрыто. Мы можем взять что-то одно. Так, мы взяли Клеймор. Хорошо, и что будет дальше? Временно закрыто. А, и может быть мы... А, мы, видимо, берем, берем, смотрите, этот бонус, как я понимаю, и, возможно, можем играть с ним в игре, ну, как бы заново уровни проходить. Какие здесь еще есть бонусы, давайте глянем. А, ну-ка, может быть, обратно положить? Вернуться к обычной катане, да. Ну-ка, что здесь? А, ничего. Окей, мы можем взять только клеймор. Так, а можем пройти сюда? Нет, все еще. Давайте возьмем его, и я зайду на какой-нибудь уровень. И мы посмотрим, как это работает. Давайте, например, ну, в бункер не пойдем. Ну, давайте, в бункер, да, похеру. Бункер 2, если быть точнее. А, стоп, нам не нужен, нужен бункер просто. Давайте. Посмотрим, как это, как вообще будет ли это работать и, ну, и как. Так, здесь просто сейчас будем все про это. Прокликиваем. На помощь, она убежала, отлично. И давайте проверять клеймор. Если он, конечно же, есть. Сейчас мы взглянем на это. Да, он у нас есть. Так, сам он не отражает. То есть... А, ну просто на самом деле он... Я так понимаю, он не отражает не одну пулю теперь, а все. То есть разом. И пробивает любую броню. Ну да, с ним, конечно, попроще стало. То есть он просто прям прорубает. Ну, понятно. Понятно, в общем, ладно. Нет смысла, просто прорубает все. Ребята, ну вот на этом-то мы и заканчиваем. Там будут еще какие-то штуки в этой лаборатории. Это мы не знаем, с чем связано. Может быть, если игру проходить по-разному, будут разные бонусы доступны в конце. Но это для перепрохождения, еще чего-то. Пока в этом смысла нет никакого. Огромное вам всем спасибо, что были со мной в этом замечательном приключении. Ставили лайки, писали комментарии. Спасибо за вашу поддержку. Не забывайте про группу ВКонтакте, подписывайтесь на нее. Подписывайтесь на канал. И, конечно же, у нас с вами есть канал на Твиче, где проходят прямые трансляции. Если хотите поугарать с видоса, просто со мной поболтать, приходите, ждем вас. Все ссылки в описании под видео. Всем пока!